you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Imagine Free Play, первый сервер. Мы не Кирилл Футболов, я сегодня на Твинке, и неспроста. Сегодня я вам подробно расскажу про спортзал, что это вообще за бизнес, зачем он нужен, что там делать и как. Потому что многие мне в игре спрашивают, как бы, что там делать, как бы, как спарринг там и так далее, как, что, зачем, что лучше, куда и так далее. Поэтому сегодня я решил снять такое отдельное видео, рассказать вам, показать, что и как. Ну и думаю, вам это поможет. Кто не знал, а кто знал, просто поставьте лайк, и кто не знал, тоже поставьте лайк. И подпишитесь на канал, кто не подписан. Ну что ж, погнали. Так, конечно, я буду показывать это в своем бизнесе. Это мой спортзал в... Южном. GPS, если вы не знаете, где он находится, вот находится он вообще возле ДПС, как бы, ну, думаю, все знают, где ДПС находится, как бы. Пишите, или если не знаете, пишите GPS, первый раздел, вот, общественные места. И вот мой 8-й бизнес, спортзал Южный, и все. Ну что ж, давайте зайдем, вход бесплатный, специально для вас, моих подписчиков. Вход бесплатный, всегда, на всех бизнесах я ставлю вход бесплатный. Ну, где можно вообще вход поставить, в принципе. Итак, вот спортзал. Здесь есть тренажеры, но с ними никак функционировать нельзя, к сожалению. Но, может, после глобалки можно будет. Это будет круто, на самом деле. Итак, что вам нужно? Вот, здесь вы покупаете стиль боя. Какой вам нужен? Всего их 4 штуки. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг, удар с локтя. Ну, понятно, что самый мощный, эффективный, это кикбоксинг и удар с локтя. Вообще, зачем нужны вот эти все стили боя? Для чего? Для самообороны, в принципе. Вот я изучил на своей основе уже давно, еще когда у меня был спортзал в Батырево, но я уже давно его продал, и вот недавно купил этот спортзал в Южном. Короче, просто вы можете надрать любому жопу, реально. Мусору, если он, конечно, вас шокером не уебет. Реально, можете надрать любому жопу. Самое эффективное — это кикбоксинг и удар с локтя. Ну, это понятно, самое дорогое, самое эффективное. Спарта есть и кунг-фу. Кунг-фу вроде, кстати, тоже неплохое, как я помню. Кунг-фу тоже неплохое. Так что выбирать вам. У меня сейчас только сколько? 20 тысяч есть, поэтому надо нам что-то из этого выбрать. Спарта либо кунг-фу. Ну, я, наверное, выберу кунг-фу. Покупайте. У вас этот абонемент покупается навсегда, пока вы, видите, предопределено. Пока вы не изучите этот стиль боя. Потом вы можете изучить следующий. Вообще, вы можете купить все сразу. Серьезно, вы можете так купить все 4 и не париться, реально. Ну, это на ваше усмотрение, как бы. Вы можете так 4 штуки купить и постепенно сначала это изучить, потом это, потом это, потом это. Как бы, ну, думаю, вы спокойно себе понимаете это. Короче, купили вы, да, теперь вам нужно пойти переодеться. Пойти переодеться, здесь вы переодеваетесь, вот, закончить, начать. Нам нужно начать, вот, скин, каждый, под каждый стиль боя вроде каждый скин нужен, ну, вам дается, короче. Вот, вы начали изучать стиль боя кунг-фу, начните тренировку. Подробно о стилях боя, Fast Style. Чтобы изучать стили боя, необходимо наносить удары по шине. Ну, вам тут все объясняется, вот. Вот так пишите, короче. И вы можете изменять потом. Когда вы изучите все стили боя, вы можете их выбирать. Как бы вы можете. Хотите спарта, хотите кунг-фу, хотите кикбоксинг, хотите удар всех с локтя и так далее. Ну, в принципе, понятно. Выбирайте изменить. И выбирайте стиль боя, который вам нужен. Который вам нужен. Не показалось, крючок бежал. Ну ладно, неважно. Нужно наносить удары по шине. Вот. Такие удары по шине нужно наносить. Ну, как бы, вот эта шина, как бы, ну, это вообще тут просто нависит. А вам нужно вот здесь набивать, в принципе, шину. Набивать шину. Я не помню, на самом деле, что нужно нажимать. Вроде бы, как зажимаете прицел, как стрелять, и Enter. Или хрен его знает. Я на самом деле, вот честно, я как-то не помню. Либо надо удерживать, либо хрен его знает. А, зажимайте, короче, ну как я делаю сейчас. Я зажал этот, как его, прицел.
и зажал КТРЛ, нажимаю, короче, КТРЛ нажимаю и зажал, вот видите, и оно мне начисляется. Как бы я зажал кнопку прицел на мышке, ПКМ или как он называется, и нажимаю сейчас этот, как КТРЛ. КТРЛ нажимаю. Не знаю, мне так проще, потому что эта мышка клацает постоянно, я думаю, вам не очень будет нравиться. Вот, вы вот так набиваете, набиваете до 200. По-моему, тут 4 или 5 этапов вы должны пройти. Да, вы должны пройти 4-5 этапов. Я точно не помню, просто давно этим не занимался, поэтому... Как-то так, вы сначала набиваете шину, потом после каждого раунда вам нужно снова так само набивать шину. Как бы, сейчас, видите, мне тщательно пишет. Вот, 5, видите, этапов. 5 этапов. Поздравляем, вы достигли первого этапа. Видите, я достиг первого этапа. Теперь что нужно? Вам обязательно нужен спарринг-партнер. Обязательно. Не бойтесь, я думаю, вы спокойно идете, просто пишите объявно вот так, например. Ну, смотрите. Ищу человека для спарринга. Спарринга в спортзале. Просьба связаться. Вот так вот, короче, пишите. И все, я уверен, вы найдете, ну, смотря во сколько. В час ночи, думаю, конечно, может, вы не найдете, но днем там, думаю, спокойно вы себе найдете спарринг-партнера. Как бы. Потом, как вам ему предложить спарринг? Смотрите, пишите ММ, команды сервера, и вот, команды остальные выбираете, и вот здесь будет. Вот. Фигешт. Ну, я по-английски не очень, если что, вот эта команда, вот она. Я так на будущее, потому что, блин, эту команду нигде не пишется, когда вы начинаете тренировку, вот. Эта команда, вот, использовать стиль, тут все есть. Вот эта команда, Вот. Да, здесь можно под деньги. Вы под деньги будете драться, как бы. Я не помню, какая там максимальная сумма, по-моему, 2500, самая максимальная сумма, я точно не помню. И после того, как вы предлагаете, вы начинаете спарринг. Вы начинаете спарринг, как бы, и кто победил, тот идет на следующий этап, понимаете? Тот идет на следующий этап и снова будет бить эту шину. И вам желательно, чтобы вы с другом, не знаю, там, знакомым тренировались, чтобы, как бы, вы друг другу подавались. Один раунд он выиграл, один раунд ты. Один он раунд, один ты. И вот так вот чередоваться, и, думаю, будет все круто. И вы спокойно за, я думаю, даже за минут 15... вы спокойно сможете изучить стиль боя, ну, один стиль боя. Но думаю, чтобы, ну, все время, чтобы все стили изучить, вы потратите, ну, час максимум. Час максимум потратите, и, думаю, все будет у вас заебись. Зато вы потом, когда изучите все стили, можете, блять, мусоров хуярить, нехуй делать просто. Ну, или мусора вы можете гопников хуярить, нехуй делать. Серьезно, как бы, ну... Я считаю, это недорого, в принципе, чтобы купить все, вам нужно 140 тысяч, это довольно-таки недорого. Зато потом вы можете настрелять вояки там, кому надо, короче, своим врагам и так далее. Вы сможете спокойно им настрелять. Поэтому я думаю, это, в принципе, деньги не зря потратите. Как бы я сам изучал все стили боя, конечно, да, вы скажете, ой, ты был владельцем спортзала в Батырево, поэтому так делал. Нет, если бы даже я не был владельцем, я изучил, потому что, блин, мне реально, вот на основе у меня все изучено, это так охуенно просто, когда вы можете настрелять какому-то рыжику, ну реально, вы там стоите, к вам рыжик подошел, начинает вас бить, вот такой, опа, хуя, удар с локтя, нахуярили ему по самые не балуй, и все. Вот в больничке лечится, блядь, думает, нахер я его трогал. Так что, в принципе, решать вам. Давайте закончим. Можно будет на стримах, не знаю, изучать с вами стили боя, как бы, вместе всем. Либо турнир устроить. Я, на самом деле, думал турнир устроить, как бы. Ну, как бы, вам придется купить любой стиль боя. Смотрите, вы приходите, покупаете любой стиль боя. Любой прям. И этот... Спаррингуйтесь, как бы... Первая двойка. Кто остается, тот следующий. И так чередоваться. И кто последний остается, короче. Да, кто последний остается, тот, значит, этот. Ну, тот и победил. И приз сделать 200 тысяч. Я думаю, это будет нормально, как бы. Или просто, как бы, сделать турнир. Сделать вход там платный, там, 5 тысяч. И вам нужно будет купить стиль боя. И за всю выручку будет приз, там, сколько может выйти, 1300-500. Я думаю, это будет круто. Пишите в комментариях насчет этого, кстати.
Ну что ж, думаю, на этом будем заканчивать. Я вам подробно все объяснил, показал. Думаю, лишним для вас эта информация не была, как бы. Кому-то помог, возможно, кому-то нет. В принципе, может, кому-то это нахер не надо. Но я решил такой видосик снять для вас, чтобы вы все знали, чтобы вы не расспрашивали никого и сами могли со всем разобраться. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на все ради, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.